Шеф-повар Максим Григорьев. Запеканка из картофеля с папоротником в мультиварке. Предлагаю еще один простой рецепт постного и вкусного блюда. Постная кухня может показаться скучной и однообразной только дилетантам. На самом деле, выбор постных блюд потрясает. Возможность готовить в мультиварке делает процесс простым и быстрым. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Картофель 4 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 40 мл. Папоротник соленый 300 грамм. Перец черный молотый 1 щепотка. Сметана 1 ст. Соль 1 щепотка. Соус соевый 10 мл. Сыр твердый 70 г. Шаг 1. Приготовим овощи, сметану или жирные сливки, масло растительное, сыр, папоротник, лук репчатый, соль и перец по вкусу. Шаг 2. Папоротник вымачиваем ночь в холодной воде. Утром промоем под проточной водой и можно его использовать. Шаг 3. Папоротник нарезать на мелкие кусочки. Шаг 4. Лук очистить от шелухи и нарезать. Шаг 5. В разогретой сковороде на растительном масле обжарить папоротник. Шаг 6. Добавить лук и соевый соус и обжарить до прозрачности лука. Шаг 7. Добавить сметану и перемешать. Шаг 8. Потушить 4 минуты под крышкой, добавить молотый черный перец по вкусу. Папоротник для запеканки готов. Шаг 9. Начистим картофель. Нарежем на тонкие кружочки. Шаг 10. В чашу мультиварки налить немного масла и выложить 1/2 картофеля, равномерно распределяя по чаше. На картофель выложить ровным слоем весь папоротник. Шаг 11. Закрыть оставшейся 1/2 частью картофеля. Поперчить. Посолить. Шаг 12. Выложить нарезанный кольцами лук. Это по желанию, я лук люблю и добавляю его много. Если вам лук не по душе, то не кладите его. Закрыть сверху тертым сыром. Шаг 13. Включить мультиварку в режим печь на 30 минут. Выставить температуру 110°, закрыть крышку. Мультиварка Philips 3095. Шаг 14. Когда прозвучит звуковой сигнал, блюдо готово. Шаг 15. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.